Ишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Братца Картошечку. И картошечка у нас принесла новую картошечку с ролью, с классом Гладиатор. И, разумеется, мы с вами на прошлом видео смотрели, уже изучали этого персонажа, думали, стоит ли за него поиграть. И я думаю, что стоит, потому что если мы возьмем его и вот эти вот топоры и полностью... Ну, нам нельзя только топоры брать, потому что мы будем 15%, точнее, 15 параметров процентов скорости атаки за каждое уникальное оружие получать. То есть у нас каждое оружие должно быть разным. Вот чем прикол. То есть мы должны взять одну такую, и там шанс 30% вот, вот эту вот одну взять. То есть то, что дает какие-то шансы, то, что дает какие-то плюса, надо тоже собирать. Но сейчас мы берем обязательно топор. Мы не смогли пройти прошлый раз, были максимально близки, но не смогли. Ну, такой прикольный лоу. Фигач их, фигач, ну что стоишь? Найс, еще! Еще! Еще бей! Хорошо, давай! Не останавливайся на достигнутом. Вот, видишь, получили плюс один. Неплохо. Так, ну чё, здесь нужно брать либо скорость атаки, да? Либо плюс к урону. Я так понимаю. Ну так-то и броня нужна. Давайте возьмем плюс 5% к урону. Урон в ближнем бою. Берем. Мины. Берем. Камень мне не нужен. Камень мне не нужен. Потому что он не дает ничего. Вот ладонь дает плюс сбор. Это закрепляем, это закрепляем. Это тоже ничего не дает. Это дает кражек жизни 40%. Это очень много. Интересно. 40% кражи жизни. Надо закреплять. Хотя бы пускай одни ножницы у нас будут. Но, я так понимаю, мне обязательно нужно убивать именно ножницами. Я убиваю не ножницами, а чем-то другим, то кража жизни не срабатывает. Я, может быть, не прав. Опа. Сразу всех. Опа. Сразу двоих. Опа. Сразу двоих. Опа. Еще много. Хорошо. Что ж вы на минах-то не подрываетесь? Там столько мин стоит. Хорошо, урон в ближнем бою, забираем. Забираем все, что здесь есть, 7% к урону мне не буду брать, потому что минус 2 максу за это слишком много. Забираем, забираем это закрепляем, в следующий раз возьмем. Здесь еще одни ножницы, но мне они не нужны. Мне нужны только по одному оружию каждый этот. Эта штука, отвертка мне тоже не нужна, потому что вы сами понимаете, то что отвертка, что это значит, отвертка. А, кстати, это может тоже закрепить, мы можем усилить же. Отвертка это для как раз таки инженера, как раз таки того класса, за которым мы играли в прошлом видео. Если не видели видео прошлое, оно находится всегда в плейлисте, ребят. И видео находится в плейлистах по определенным играм. Если вас интересует какая-то, все-таки не получается мне стоять на месте. Если вас интересует какая-то игра, просто ищите плейлист на моем канале, связанный с ней. Там все будет на месте. Ё-моё! Ой. Так, ну что получается? Два в ближнем бою. Либо все-таки Макс УЗ. Макс УЗ. Я передумал. Забираем ножницы. Объединяем ножницы. Один броня, минус 2 к скорости. Не знаю, не стоит, я думаю, брать. Возьмем это и потом вот это закрепим. Кинжал. Видишь, можно собрать один материал при убийстве врага критическим ударом. Это мы закрепляем, тоже мы заберем. В принципе, да. Как-то так. Теперь главное, можно, в принципе, покупать оружие. Вот видите, я вначале сказал, что не надо покупать оружие, которое у нас уже есть. Покупать нужно, потому что мы это оружие будем улучшать. Вот самая основная вещь. Понять? Так. Да вы офигели попадать. Хорошо пошло. Нормально. Два левела апнули. Целых два. Что из этого мне нужно? Ничего. Давайте скорость атаки, отлично. Урон в ближнем бою, либо регенерация, либо дальность. Давайте урон в ближнем бою. Дальность так-то тоже нужна. Давайте, наверное, дальность возьмем. У нас минус 8. Чтобы можно было бить издалека. Забираем этот ножик. Это 100%. Забираем взрывной урон. Забираем
уточку. Смотрим, что здесь еще есть. Бонус опыта. Закрепляем. Нифига у нас прикольный чувачок стал. Смотрите на его морду. Лол. Точно такой. Эх. Оружие становится все больше. Разного. Это значит, что у нас все больше и больше будет скорости атаки, если не ошибаюсь. Или что там дает? Скорость атаки, либо урон наоборот. Кто-то из этого. Подрываются на минах. И это прекрасно. Это хорошо. Это то, чего мне не хватает. Постоянно подрыва противников на минах. Ой, все-таки укусил засранец. Так. Два броня. Берем. Просто берем. Два в ближнем бою, но минус один регенерация, да? Так-то мне нужно это и это. Хватит ли у меня денег потом на это все? Посмотрим. Так, рубим, рубим, рубим. Там дерево появилось. Его тоже вырубить. Не зря же мы с топором ходим. Прям как дровосек должен быть. Получили еще улучшение. Укусили. Опа. Ножицы спасают. Ножицы дают вот эту фигню мне. Ой, здесь сундучок был, это приятно. Ножицы спасают реально. 6% к урону, но минус 8 дальность. Дальность у нас в данный момент 22. Берем. 4% регенерации. У нас регенерация 0. Давайте возьмем. Здесь меняем. Хотя бы нужно второго уровня, но лучше третьего. Второго уровня только можно. 6 к уклонению. Давайте возьмем. Денег больше нет. Давайте возьмем удачу. Наверное. Давайте удачу возьмем. И ежика оставим закрепим. Нужно больше оружия все равно. Оружия-то как раз таки не хватает. Так. Не подходите близко. Я вас боюсь. Вы мне неприятны. Господа инопланетяне. Так, 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 осторожно. Ой-ой. Что так много-то? Вас слишком много, ребят. Ближним боем тяжело. Выживать. И так я проиграл, получается, почти. Ну, увидели. Еще секундочка и все. Опачки, стихийный урон мне не нужен. Опачки, давайте 10 скорости атаки. Удача у нас минус почему-то. Я, видимо, что-то вкачал. Давайте удачу прокачаем. Факел. Ну и стогненный урон. Не нужно. Берем ладошку, объединяем. Или взять факел. Давайте возьмем. Так уж и быть. Пока что, на первое время. 4% к уклонению, 4 сбор. Урон в дальнем бою мне не нужно. Медаль. Можно засейвить. Да, можно засейвить. Плюса хорошие дает. Нож. Лол. Блин, мне бы сейчас его сразу взять. Давайте это заберем. Здесь 20 удачи. Это тоже заберем. Все это заберем в следующий раз. Так, у меня 5 получается орудий разных. Видишь, он поджег этого здоровяка. А толку от того, что он поджег его? Мне практически ничего не дало вообще. Просто стоял подожженный. Не умер. Думаю, поджог очень маленький. У меня стихийный урон минимальный. Он мне не прокачан. Да, с ближним боем здесь, конечно, очень тяжело выживать. Я уже сколько раз пытаюсь. Сколько попыток у меня уже было сделано.
попыток того, чтобы все-таки дойти до Кирута ближним боем. Да, мы доходили практически до конца. Два раза при том. Не практически до конца, мы уже проходили полностью. Мы только не побеждали босса. Уже не задолбали мне. Убивать. Больно, больно, больно бьют. Змея поджигает ближайшего врага. Разобрать. Угу. 10 сбор, 15% скорости. Давайте урон в ближайшем бою. Беру нож обязательно. И удачу, наверное. Это пока что закрепляем. Здесь молот есть, но он мне ничего не дает тоже. Закрепляем эту штуку. Мне кажется, сейчас волны на волну я уже умру. Рано или поздно, как говорится. Скорее всего, рано. Ну, неплохо все идет. Но говорю, вот, только если сейчас будут появляться здоровяки, это будет означать, что все, уже будет все гораздо сложнее. Сейчас еще баферы начнут появляться. Баферы там еще сильнее будут делать этих здоровяков. Мы уже точно ничего не сможем сделать нормально. Буквально выживать уже не получится. Но мы собрали дофига этих золота, пипец. Но сундуки не падают, меня это раздражает. Падало бы больше сундуков, было бы гораздо лучше. Видишь, меня кусают все равно. 20% кражи жизни. 22. Берем. Броня 2, либо 10 удачи. Давайте все-таки броню возьмем. Броня у меня сейчас только 2 всего. Пушку забираем сразу. Даже не думаем. Да и медаль, в принципе, тоже думать здесь особо не приходится. Качок. Минус 15 дальность, 5 макс ОЗ. Давайте берем. 3 урон в ближнем бою, это очень хорошо. Блин, вот этот треугольник тоже надо взять. У конца волны он идет. Минус 2 к параметру процент к урону. С другой стороны, а нафиг он мне нужен? 20% урона. У меня сколько урона? У меня 50 уже. У меня 50 благодаря чему? Благодаря топору, скорее всего. Надо еще брать оружие. Вот здесь мне все это надо. Как-то выживаем. 10-я волна. Мы, в принципе, чувствуем себя бодрячком. Без дровяка. И побольше. Да, факел надо бы чем-нибудь заменить. Пока что у меня нет идей на что. Ну, ничего не упадает. УЗ сейчас стало побольше. Потому что мы прокачали много всего на УЗ. И взяли артефактов. Сундучок взяли. Хорошо. Угол забился, и сейчас было опасно. Тяжело, 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 дайте пойти. Это, походу, ребят, сейчас будет конец. Ну, тяжело, тяжело. Не могу ничего сделать. Не хватает мне ни дальности, ни урона, ничего. Макс ОЗ, минус 1% к урону. Берем. Плащ. 5% кражи жизни, 20% к уклонению. Берем. Конечно же, берем красный. Красный плащ. Удача 15, 8% к урону. Берем удачу. Покупаем сразу. Блин, еще удача. Вот это сразу, наверное, покупаем. У нас будет второй уровень. Берем это, разумеется. Берем это. Да, мы все купим. Лазерная турель. Надо брать, ребят. Это очень хорошая тема. ЦУЗ. Вот это надо брать. Вот это. Вот это не надо брать. И качка еще одного возьмем. Рука толкает, да? Хорошо это или плохо, я пока не знаю. Выживаем. Смотри-ка, они не дают пройти. Но это, видишь, они в маленьком количестве идут. Ой, выжили, проверяйте. Получил урон сразу. Просто довыеживался.
блин, как вас много просто, ребят, вы чё? Может быть, успокоитесь? Может быть, вы выберете другую цель для атаки? По-моему, я не та цель, которая вам подходит. Слишком слаб. Нормально. 11-я волна. Статуэтка. 25% к скорости атаки в неподвижности. Но минус 10 к скорости. Давайте возьмем, попробуем. Но я не знаю. Для меня сейчас опять может максимально плохо сыграть. Но минус 10 к скорости. Можем просто восстановить сейчас скорость. Да и все. Давайте восстановим. 3 кражи жизни. Наверное, возьмем. Давайте возьмем. Берем качка. Блин, пламенный кастет это 100% берется. Вот это разбирается, вот это берется. Наносит огненный урон. Блин, турель не могу взять. Ножницы 3-го уровня. За место чего мне ножницы 3-го уровня, вопрос. За место ножниц 2-го уровня. Мне не хватает на них. Урона. Надо просто закрепить их и все. В следующем этапе взять. Плюс 10% врагов за мышь, офигеть. Я не знаю. Я, наверное, не смогу справиться. Мне надо ОЗ максимально скачивать. Да, так оставим пока что. Скорость атаки на месте. Найс. Выживаем. Неподвижности больше у нас скорость атаки. Это опасно. Видишь, они вот эти вот, которые ездят, это плохо. Плохо, что они ездят. Остановить-то их уже нельзя никак. Они либо тебе нанесут урон, либо ты увернешься. Дайте сундук-то. Дайте сундук, братцы. Хорошо, один сундук забрали. Второй не получится, да. А второй не получится. Я не знаю, мне его отдадут? Мне его отдают, лол. Он подтягивается потом. 2 ОЗ за этот. За восстановление расходников. От расходников. То есть расходники ему какие-то. Я не понимаю, что это расходники. Разобрать. Во, вот это надо, 100%. Это надо 100%. Так, что здесь? У нас 3 броня. Забираем. Забираем сразу ножницы, это продаем ножницы. Оп. Молот не подходит, кража жизни 10, это круто. Кража жизни 10. Здесь кража жизни 60. Даже очень много. Турельку мы в любом случае, скорее всего, берем. Блин, надо, конечно, топор 3-го уровня брать за место моего молота. Ой, точнее, молот за место топора. Ну, либо за что-нибудь за место другого. За место ножа. О, за место ножа. Но 2-го уровня. Видишь, топор не хотят мне давать. У нас процент урона уже есть. Закрепляем просто. Что еще может купить? Кинжал мне не подходит. Могу его взять. 5% процент к урону каждые 5 секунд до конца волны. Ой, себе. Отвертка вообще ни о чем. 3% скорости. Удачи. Давайте возьмем. Скорости, дальности. 25 к урону. Давай закрепим, я не знаю. Мне кажется, что мы не доживем уже. Просто не доживем. Эти засранцы стреляют издалека. Дают мне существовать. Вместе стоять. Ну чё, дострелялись, уродцы? Ой, я умер, да? Ну это вообще нереально, ребят, я не знаю.
Что нужно в ближнем бою, чтобы выживать? Это же кража жизни есть, но я не выживаю. Все равно стреляют эти уроды, и ты не можешь нормально от них избавиться. Они в любом случае тебе наносят много урона. Привратник. Но мне он не нужен. Прикольный чел. Мне он нужен был на инженера, но инженер, видишь, тогда тоже не смог справиться. Продаем эту фигню, забираем топор. И это я тоже взять не могу, потому что денег нет. Кибершар. Закрепляем. 14-я волна, 16-й уровень. Этот чел вот этот вот маленький. Не представляет, в принципе, опасности. Он случайно стреляет по карте, эти шарики свои разбрасывает. Но все равно, рано или поздно, вот ты пока бегаешь здесь, да, эти, хотя бы один шарик тебя попадет. Выживаем. Как выживать? Как выживать? Нормально. Блин, мало-мало получаем. Мало медалек, мало монеточек. Берем жизни. Забираем кибершар. 10% к урону, но минус 6 к скорости атаки. А скорость атаки сколько у нас? У нас 70. Ну, кстати, неплохо у нас скорость атаки. Неплохо, неплохо. Дальность нужно прокачивать. Минус 3 брони. Броню прокачивал, чтобы штуку взять. Не то, не нужно. Крепляем это тогда. Нож. 3-го уровня. Ножницы. Объединяем, наверное, сразу ножницы. Это все закрепляем. Ножницы объединяем, наверное, сразу. Опа. И сразу уже ножницы максимального уровня. Это кайф. Вот это все мы продадим и обменяем. Заменим друг с другом. Ну, неплохо. Говорю, пока не появляются дальники, пока не появляются логи, которые на тебя идут. Как паровоз. Я получил все эти выстрелы, все я получаю. Как так получается? Как выходит? Ну, я все выстрелы ловлю. Они случайные, если что, ребят. Пипец. Как можно ловить все выстрелы подряд? Чё их так много? Пипец просто. Их слишком много, этих выстрелов. Ну, я почти проиграл. Выстрелов миллиарды. Я не видел ни разу столько выстрелов. Это первая игра, когда у меня столько выстрелов идет. Так, критический удар, скорость атаки, броня. Обменяем. Обменяем. Ну что я обмениваю, да, какая-то ерунда падает все равно. Так, и мне не хватает ни нахрена опять. 160 либо 122. За 17 продам, у меня ровно будет. Ой, мне не хватает. Как я считал? Мне не хватает одной. Блин, мне надо все это закреплять. На самом деле, вот это можно не закреплять. Хоть... Нет, с другой стороны, мне это надо. Но... Блин. Я не знаю, что делать. Это проигрыш, походу. Сейчас будет еще сложнее волна. А у меня уменьшение моих характеристик. Бей дурачков этих. Рыб капель. Рыбы капли. Рыбы капли наша цель. Они усиливают, вот в чем проблема. Больше этих рыб капель, тем сложнее сейчас будет выживать.
То есть они становятся сильнее, быстрее. Противники мои. Непробиваемый. А мы сейчас проигрываем потихоньку. Одна секунда. Пипец просто. Как же это тяжело. Забираем уголь, конечно. Инженерия мне не нужна. Скорость атаки мне не нужна. Дальность, наверное, нужна. Какую дальность прокачаем? 20% материала. Ладонь. Нож. Давайте возьмем нож и ладонь. Разбираем. Материалом получаем. Факел 4 уровня. Нахрен он мне нужен? Молот 2 уровня. Все не то. Больше деревьев. Как мне поможет это справиться с игрой? Как мне поможет победить? Я не знаю. С боссом тем же самым справляться. Я не понимаю. Вот если бы только эти чуваки были, я бы справлялся, ребят. Сейчас появятся же только все остальные. Вот, появились дальненькие эти маленькие. Надоедливые. Я, можно сказать, в какой-то степени выживаю только благодаря... Ну, не только благодаря, понятное дело. Но очень сильно влияет на то, что я выживаю, то, что я использую ладонь. Ладонь отталкивает. Да, босса такими темпами мне не победить, конечно. Пипец какой-то. Босса так не победить. Вы что, рофлите? Это невозможно. Это невозможно. Кинжал вора мне не нужен. Макс ОЗ. Но минус 4 к уклонению. Берем. Блин, ну это так дорого. 192. Так-то мне оружие нужно. Но не падает оружие нужное. Печать, стихийный урон. 20 параметров к уклонению в неподвижности. Блин, прикольно, слушай, вот это прикольная тема. То есть мы в неподвижности можем атаковать и еще уклонение получать. Не, так мы долго не выживем. И тем более усиливаются. Просто сколько вас? Алло! Вы все такие быстрые, и вас миллиарды, и вы усиленные еще. Алло, что происходит? Харе, 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 харе. Харе, уроды! Дайте жить! Меня ненавидят, потому что я не похож на них. Так, все, зависть сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Кое-как мы выживаем только благодаря тому, что я хожу по кругу. Заметьте, что я сам хожу, не меня пускают. Но это неудачный забег, это неудачный. Я просто выживал благодаря тому, что я просто бегал, просто бегал. Я не знаю, вот что нужно было прокачивать для того, чтобы с таким билдом можно было затащить. Я вот уже какой раз просто максимально понимаю то, что не нужно здесь ничего покупать, не нужно ничего прокачивать, кроме одного. Это кроме дальнего оружия, которое имеет хороший урон и хорошую скорость атаки. Все. И вы будете жить, вы будете просто стоять на месте, и к вам подходить никто не сможет. А с ближним боем здесь такое просто невозможно сделать. Я даже не знаю, вот дальность, у меня будет дальность, к примеру, 200, да, к примеру. Я буду бить на огромном расстоянии через всю карту своими топорами, своими орудиями этих противников. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Даже если буду бить через всю карту, прикол в том, что монстров настолько много, что они не будут так далеко от тебя находиться. Они будут слишком близко. Ты должен будешь воевать с ними на близком расстоянии. И это очень-очень усложняет процесс игры. Ладно, будем еще пытаться. Но мне нравится. Мне нравятся все мои попытки в любом случае. Мне нравится пробовать то, что я хочу реализовать. Просто вы должны понимать то, что если получится это реализовать, это будет такая имба. Это будет просто разрыв всего. Разрыв вселенной. Мультивселенная начнется у нас, появится после того, как это все реализуется. Если... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании шапки канала.
Не забывайте про все остальные социальные сети, находящиеся в описании. Переходите, вступайте, всех рад всегда видеть. Всем добра.